Приветствую вас на своем канале «Русский на Канар». Сегодня мы приехали на пляж Амадорес. У нас отличная погода, но вода холодная. Муж нашел такой камушек в форме сердечка. Сейчас я вам покажу. Я уже наплавалась, нанырялась. Это вот дочка строит тут башенки. Ариана, тебе нравится? Доча, нравится? Как хорошо! Сейчас покажу вам воду. О, вода такая! Когда наплаваешься, конечно, отличная. Вот у меня сын плавает. Все, он уже не хочет выходить из воды. Хотя на самом деле она очень холодная. Я вам покажу сейчас. Горизонт. Сегодня очень так облачно и ветер дует, поэтому сильные волны. Так здорово поплескаться в волнах, они так качают. Сегодня очень многолюдно у нас, так как выходной, и у нас калима, это когда дует ветер Сахары, очень жарко и пыльно в воздухе, поэтому лучше всего, конечно, ехать на пляж отдыхать. Небо сегодня очень красивое и море. Очень сильные волны. Прям сносят. А песок прям из-под ног уплывает. Это так приятно. Поначалу заходишь в воду, она кажется просто ледяной. А потом привыкаешь. Не очень много купающихся, так как вода холодная.
Приезжайте все на Канары, когда сможете. У нас отлично. Всем пока-пока.